Привет, дорогие друзья, меня зовут Данила. Рад вас всех приветствовать сегодня на открытом вебинаре Хочу в Digital. Сегодня мы с вами поговорим про профессию диджитал-маркетолога. Для начала, чтобы все было в порядке, поставьте, пожалуйста, плюсы. Если меня хорошо видно и слышно, плюсики можно поставить в чатик он находится у вас справа от видео. Если что-то видно некорректно на картинке, вы можете справа в нижнем углу нажать на шестеренку и выбрать самое высокое качество картинки. Тогда вам должно это помочь. Итак, друзья, чтобы я мог понимать, что мы начинаем, поставьте плюсы в чат. Супер, вижу плюсы. Отлично. Привет, Евгений. Привет, Руслан. Привет, Михаил. И Моргенштейн тоже привет. В мобильном приложении чатик снизу. Руслан, спасибо за подсказку. Ребята, кто сидит с мобильного приложения, чатик снизу. Очень удобно. Итак, ребят, немножко вкратце о том, зачем мы сегодня собрались. Я правильно понимаю, презентацию вы тоже видите. У нас сейчас с вами на экране план нашего сегодняшнего вебинара. По времени он займет, я думаю, около часа, плюс ваши вопросы. Итак, мы поговорим с вами о том, кто такой диджитал-маркетолог, интернет-маркетолог, что он умеет, безусловно, сколько получает для того, чтобы вы понимали, зачем вам осваивать вообще эту профессию. Все же мы не за бесплатно а, работаем. Что нужно для этого знать для того, чтобы быть классным специалистом, востребованным, и э, сколько длится обучение, какими инструментами вы овладеете после выпуска, а также как э, легко и эффективно проходить собеседование в компании. Я на личных примерах буду вам давать какие-то рекомендации. Э, поскольку я сам не только проходил собеседование, но и нанимал людей, я думаю, что мой опыт будет вам полезен. А, и потом Подойдем, к вам, подойдем с вами к режиму диалога. То есть вы мне начнете задавать вопросы, я буду вам давать ответы. И тем, кому действительно понравится все то, о чем я расскажу, я предоставлю, ну, расскажу вам о специальных условиях скидки, которые вы сможете получить. Итак, друзья, интернет-маркетолог, он же Digital. Кто это такой, чем он занимается? и какова его роль с точки зрения компании, фриланс, отношений фриланс-клиент или, может быть, у вас собственный бизнес. Обращаются самые разные люди за обучением в GeekBrains. Но давайте, прежде чем мы начнем, для начала познакомимся. Пока я расскажу немножко о себе, о своей истории, как я вообще попал в диджитал и почему, как мне кажется, круто меня вам сегодня послушать. Вы, пожалуйста, расскажите о том. Можете представляться, можете не представляться. Расскажите, кем работаете сейчас, кем хотите стать или чего хотите получить от курса, почему на сегодняшний вебинар пришли, и что хотелось бы что именно вам хотелось бы сегодня узнать. Возможно, я как-то скорректирую тогда свой рассказ, чтобы коснуться каких-то тем, которые вам особенно интересны. Итак, я напоминаю, что в чатик абсолютно все друзья, не стесняемся. Мне будет очень приятно, если вы проявите активность, пишите обязательно, кто вы и зачем вы здесь. Я расскажу немножко о себе, моя. Напоминаю, меня зовут Данила. А если коротко, то а, я сейчас занимаюсь <coughs> в отельном бизнесе, управляю интернет-маркетингом, у меня много команд по всей стране много объектов в управлении и везде я выстраиваю интернет-коммуникации начиная от социальных сетей заканчивая привлечением трафика на сайты специальными проектами веб-аналитикой и любыми интернет вообще на самом деле любыми вещами которые вам могут только прийти в голову при таких словах там как интернет реклама интернет продвижение диджитал и так далее до этого я работал директором по маркетингу одного пространства креативного в Москве, которое называется Флакон. Там помимо диджитала была еще огромная составляющая оффлайн, то есть в основном это были ивенты. До этого там же работал диджитал специалистом по интернет проектам. А до этого был агентский опыт, международное агентство, российско-американское а в портфеле у него такие клиенты, как Procter Gamble. В основном я работал с брендами Gillette, был немножко опыт с памперсом и сигаретными компаниями. И много-много еще было до этого опыта, но давайте начну сначала я. Самый простой парень из подмосковного городка, Пушкина, если вдруг кто-то знает а, закончил обычную школу, а, пошел затем в колледж, мне понравился, на втором курсе у нас начались специальные предметы, мне в принципе а, зашел маркетинг после вот лекции про 4P, если кто-то знает, что это такое. Может, потому что преподаватель понравился, может быть, потому что как-то я почувствовал, что эта тема мне понятна, и было бы классно в ней развиваться. С тех пор я мечтал всегда работать в рекламе, а попал туда далеко не сразу. Было очень много опыта и в ресторанном бизнесе, и на самых разных работах я работал. До, до колледжа еще в младших классах был даже опыт дворника. За один день, по-моему, мне платили около 60 рублей. И как-то раз, помните, были такие монетки в автомат, которые кидались. В этом автомате на свою первую получку я срубил 2000 рублей и подключил себе свой первый интернет. Такая вот небольшое лирическое отступление. Так вот, после того, как я обучился, я стал думать, куда же идти работать после самых разных работ. Моя карьера в диджитал началась с рекламного с веб-студии, которая занималась контекстной рекламой, веб-разработкой и так далее. Я начинал с позиции линейной, с менеджера, то есть занимался клиентами, консультировал их по продуктам, заключал сделки, и где-то спустя почти год у меня накопился такой достаточно серьезный опыт понимания разных клиентов, разных рынков, и мне. Стала интересна стало интересно эта история изнутри: а что же я предлагаю своим клиентам? Безусловно, я понимал, как уже устроена контекстная реклама, как устроена SEO. А вместе с ребятами из технического отдела мы начали разрабатывать стратегии для клиентов. И этот процесс меня вовлек. Я понял, что начинаю немножко унывать на новом, не на новом, а на своей позиции. И мне хочется чего-то нового. Поэтому я пошел учиться, точно так же, как и некоторые из вас, возможно, собираются, на интернет-маркетолога. Тоже это были онлайн-курсы. После обучения... Я закончил два. Я закончил и онлайн-маркетинг, и управление интернет-проектами. Закончил с отличием. Сразу скажу, что в школе я скверно учился, и, в принципе, мне... Обучение никогда особо не нравилось э, в учебных заведениях. А здесь, на удивление, мне все круто понравилось. Преподаватели были действующими практиками из компаний, которые я знал. Я знал, что они крутые. И было куча примеров. И, ну, честно скажу, с одной стороны, я пошел учиться для того, чтобы структурировать знания, узнать что-то новое. А с другой, э, мне не хватало какого-то волшебного пинка, чтобы я сам в себя поверил, что ли. И вот... После того, как я закончил, как раз я пошел работать в агентство проект-менеджером. И вот за пять, почти за пять лет я дорос до позиции диджитал-директора. И сейчас у меня огромная ответственность в Москве, в регионах. Мы работаем с самыми разными каналами привлечения, делаем крупные компании не организации в смысле а рекламные кампании на всю страну а, наверное всего этого не было бы если бы вот в какой-то момент а, я не поверил в себя то есть когда у меня когда я работал на флаконе мне в какой-то момент предложили стать директором по маркетингу сначала исполняющим обязанности а потом утвердился на роль если бы, я скажу честно, я немножко испугался такой большой ответственности, но было бы глупо, на мой взгляд, сказать нет. Так я себе сам сказал, что если ты откажешься, то в чем вообще смысл твоего развития? Ну, короче, вот такая у меня история. Может, она на кого-то похожа. Из моего опыта часто ребята приходят учиться, которые как раз работают либо менеджерами по работе с клиентами, либо в продажах, либо в каких-то совершенно вообще других профессиях. То есть так или иначе они хотят сменить а, деятельность. А кто-то приходит со своим собственным бизнесом, кто-то руководитель, который хорошо разбирается в классическом традиционном маркетинге, который сегодня, на сегодняшний день не существует без диджитала и хочет укрепить свои знания именно по маркетингу в интернете. Вот и краткая история обо мне. Давайте посмотрим, что же вы, друзья, написали. Написали что-то вы немного. Ребят, я напоминаю, что у нас 30 человек. Для вновь прибывших. Меня зовут Данила. Я очень хочу сейчас в чат получить от вас историю, зачем вы пришли на сегодняшнее занятие, какие знания вы хотите отсюда унести, что вам интересно, кем вы работаете и кем хотите стать. Таким образом мы немножко познакомимся и я узнаю о вас и смогу скорректировать свой сегодняшний рассказ именно так, чтобы вам это было интересно. Вот. Пока я читаю первые истории, надеюсь, что ребята, которые подтянулись а, начну тоже писать активно в чат. У меня среднее образование, фельдшер, на следующий год поступлю на высший. У меня есть один год свободный, хочу освоить новые сферы. Это похвально. Давайте виртуально поаплодируем Моргенштейну. У него суперская профессия, спасает людям жизни физик-теоретик последний год декрета хочу найти себе новое применение получить новые навыки и опыт ну вот как я говорю очень многие а, меняют профессии и это а, следующий как раз тема следующий слайд который я вам покажу как раз а, надеюсь вас промотивирует потому что огромная нехватка кадров ощущается на рынке сейчас углубленно андрей сейчас углубленно и глобально изучаю сферу а, веб-дизайна и подобные UX, UI, супер. А, я, кстати, одно занятие на UX, UI веду. А, после этого собираюсь изучать SEO и маркетинг углубленно. Чтобы после всего этого создать свою студию, собрать качественную ответственную команду дизайнеров, верстачеров, верстальщиков, наверное. Хотя, может, это сленг такой с офисом, офисами, тем самым давать людям только лучшие результаты, готовые работы. Супер, Андрей, благая цель! Мой вам совет попробуйте сначала тоже в этой теме поработать на линейных позициях в разных агентствах. Во-первых, завести знакомства и связи, а во-вторых, вы, ну, может быть, базу клиентов кого-то из клиентов переманите в свое будущее агентство. Итак, друзья. Что-то вы не очень активны. Я напоминаю, что если вы не очень хотите рассказывать о себе, бог с вами, давайте тогда хотя бы задавайте вопросы. Если вам что-то будет непонятно, буду рассказывать вам до тех пор, пока не станет ясно. Итак, погнали, ребята. Российский рынок интернет-рекламы в 2018 году превысил бюджеты на телек на 10 миллиардов рублей. Что это значит? Это значит, что больше рекламодателей уходит с телека. В интернет. И это при том, что в интернете реклама существенно дешевле. Тем не менее, за счет объема она перепрыгнула рынок ТВ рекламы. Это не значит, что телевизор умер, это значит, что все больше и больше компаний, если уже не поняли, то понимают, продолжают понимать, что в интернете их вся целевая аудитория находится. Мое не прочитали. Так. Руслан, работаю в классическом маркетинге, иногда приходится настраивать контекст, SEO, копирайтинг, а хочу получать углубленные знания по интернет-маркетингу. Ну вот, как я и говорил, некоторые коллеги уже работают в маркетинге, хотят укрепить знания. Простите, Руслан, что не прочитал сразу. Так, вроде все, больше точно никого не пропустил. Как правильно учиться? Хороший вопрос. Правильно учиться последовательно, не пропускать занятия, после каждой лекции выполнять практическую работу для того, чтобы руками повторять то, что вы услышали. Так работает наш мозг, он так лучше запоминает. А общаться больше между собой, потому что не только я вам что-то рассказываю. А я помимо куратора курса Digital Marketing в GeekBrains, как привлеченный эксперт со стороны, являюсь еще и преподавателем. То есть, если вы пойдете учиться, мы с вами будем еще много раз встречаться. А не только я вам могу что-то рассказать, но и я постоянно у вас чему-то учусь. Плюс вы должны общаться друг с другом, обсуждать что-то, дискутировать, ибо в споре рождается истина а делиться какими-то вопросами, навыками, знаниями. Потому что общение студентов между собой ⁇ это, пожалуй, э -э самый большой кусок того, той эффективности, которую вы можете получить с обучения. Если между вами нет сообщества, э -э вы, конечно, получите знания, все прослушаете, но будет гораздо круче и эффективнее, если вы вместе будете разбирать полученные знания. Такая простая формула треугольника так правильно учиться итак друзья повторюсь то есть э, помимо того что реклама в интернете стало больше и больше денег стало выделяться на рекламные бюджеты в интернете что это значит конкретно для вас это значит что в самой ближайшей перспективе еще э, много много лет э, только будут увеличиваться потребности в людях которые умеют разбираться в интернет рекламе в веб аналитике в социал медиа маркетинге в e-mail маркетинге, появятся новые отрасли, новые профессии и так далее. То есть, если несколько лет назад выделяли просто одну профессию интернет-маркетолог, и это был целый свод обязанностей, то сейчас отдельно выделяют людей, а может быть даже несколько в каких-то компаниях, на SMM-поддержку, на рекламу в социальных сетях – Отдельно на Яндекс, отдельно на Google, отдельно на e-mail, отдельно на сайт, несколько человек на сайт, отдельно на мобильное приложение. Если это огромный сайт, то отдельно на такую категорию товара и на другую категорию товара. То есть профессии и возможности здесь великое множество. Если вы круто будете к этому подготовлены, будете внимательно слушать знания и впитывать их, которыми, с которыми которые вам дают преподаватели, вы, безусловно, добьетесь успеха. Так, давайте на самый интересный слайд сразу перейдем. А сколько человек, интернет-маркетолог, может зарабатывать? Это отчасти я подтверждаю как человек, который начинал с уровня младшего специалиста а, до человека, который сейчас вполне неплохо получает. Он, у нас тут не программа вдуть, поэтому точные цифры вам о себе раскрывать не буду. А, но давайте поговорим вот о статистике Headhunter. А, согласно поисковой выдаче этого ресурса на начальный, а, за начальный уровень то есть, когда вот вы а, выпустились, у вас есть уже какие-то проекты наработанные, вы, может быть, уже чуть-чуть поделали какого-то фриланса, у вас уже есть какие-то кейсы, может быть, по рекламе вы легко можете получать 60 и больше тысяч рублей. Почему я говорю больше? Потому что в разных компаниях все-таки там это по-разному. Где-то 60, где-то 80. А когда я первый раз пошел работать именно диджитал-маркетологом, мне платили... Мне платили, мне платили... Что-то в районе 70, по-моему. В районе 70 плюс у меня была бонус, если я выполняю план маркетинговые то еще 20 тысяч, если перевыполняю, там до бесконечности. Короче, примерно 90-100. А это я вот только курсы закончил, и плюс у меня был опыт работы в интернет-агентстве. То есть я неплохо разбирался в том, что предлагаю. А если вы уже отработали там, до трех лет, спокойно можете претендовать на зарплату до сотни. Иногда даже людей с трехлетним опытом берут уже на позиции старших маркетологов. В самых разных компаниях это может быть и 120-130 тысяч рублей. На самом деле верхний предел зависит только от того количества компетенций и обязанностей, которые вы хотите на себя взять. Если есть какие-то вопросы сейчас по деньгам, задавайте их в чатик, будем с вами разбираться. А бывалый человек, то есть это что-то типа меня, не сочтите за а, самолайк, так сказать, это человек, который уже достаточно давно находится на рынке, он поработал в разных бизнесах, он разбирается сам руками, может настроить рекламу как минимум в нескольких каналах умеет управлять людьми, умеет выстраивать стратегию, умеет сказать, насколько эффективно то или иное решение с точки зрения бизнеса, то есть, типа, сколько денег я на этом заработаю. И так далее. То есть тут вообще верхнего предела реально нет. Там 150, 200. А если вы подписываетесь под какой-то план продаж, можете еще получить какие-то бонусы квартальные, годовые, плюс страховка, соцпакет, конечно же. А, давайте кажется, у нас есть вопросы. Так, ну, во-первых, еще пару историй прочитаю. Z 26 лет, среднеспециальное образование, работу найти не могу, поскольку выбрал совершенно неподходящую профессию. Главная проблема в моей инвалидности. А, ну, наверное, наверное, тогда идеальное решение как раз интернет, где порой можно делать все удаленно. А с точки зрения профессии не переживайте, я сам по выпуску финансист. Потом звукорежиссуру заканчивал, а потом учился на интернет-маркетинг, на управление проектами, а изучал в школе креативного мышления креативные методологии. То есть, чему я только не учился, это совсем не не приговор. Даже больше скажу, наверное, образование университетское, оно сегодня, ну, если это не какой-нибудь там супер-пупер-универс с действующими практиками, а это сейчас набирает моду, оно по большому счету к работе не готовит. Так что не расстраивайтесь. Данила, во сколько лет вы узнали и познакомились со сферой маркетинга? А, как я говорил, со сферой маркетинга я познакомился на втором курсе колледжа, когда очаровательная преподаватель вышла и начала рассказывать концепцию 4P. Я тогда понял, что хочу работать в рекламе. Первый раз, наверное, случился году в 2013, когда я пошел работать в один краудфандинговый сервис. Там я работал на позиции менеджера аккаунта, но я уже вникал в клиентские бизнесы предлагал маркетинговые решения. Это были такие первые соприкосновения. Дальше была веб-студия. То есть вот 2013 год, около того. Это получается уже даже не 5, а 6 лет назад. То есть 6 лет я в маркетинге. Ого, как время летит. А если с нуля учиться, с чего начинать? А Михаил, дальше об этом как раз расскажу. А с чего начинать, вообще что изучать. А если с нуля учиться, то начинать надо с того, чтобы определиться, куда идти учиться. Подробнее на, на сегодняшнем вебинаре расскажу, что мы проходим на курсах с ребятами. Uh, у меня уже 5 потоков, то есть 5 групп по 40 человек. Вот uh, кто-то уже проходит контекстную рекламу, кто-то уже скоро SMM начинает. То есть это вам все расскажу чуть, uh, чуть попозже. Всем привет. Всем привет, Сергей. Uh, итак, друзья, если нет вопросов по деньгам, двигаемся дальше. Здесь как раз ответ на вопрос «С чего начинать?». Перед вами структура диджитал-маркетинга, так как она выглядит в реальных компаниях. То есть то, чем диджитал-маркетолог гипотетически и практически может заниматься в компании. А, сразу вам хочу сказать, что не всем сразу, а, где-то это отдельные люди, где-то это несколько маркетологов, где-то это один человек, но он не бросается спасать мир, а сначала налаживает основные каналы, затем вторые, другие, третьи. Итак, а, стратегия то есть всегда когда вы приходите в компанию всегда в компании есть человек который слабо что-то понимает в маркетинге и вам не надо его обучать а, ему достаточно понимать бизнес на уровне денег и ваша как раз, как раз задача маркетолога а, суметь понять его цели и предложить ему маркетинговые решения и сказать а, на его языке ему объяснить насколько это будет эффективно то есть это бизнес-стратегия. Digital-маркетолог принимает участие в разработке маркетинговой стратегии. А, Стратегия на, по направлениям то есть мероприятия, да, как эти люди, которые пришли на мероприятия, будут возвращаться в интернет. Какой-нибудь трейд-маркетинг, диджитал-маркетинг, традиционный маркетинг. Хотя, повторюсь, что на сегодняшний день абсолютной глупостью является деление на обычного маркетолога и диджитал-маркетолога. Потому что на сегодняшний день, а, если бизнеса нет в интернете, скорее всего, бизнеса нет нигде. А в интернете надо как-то присутствовать, что-то делать. Для этого и есть а, мы с вами. А, кипи, а, определение KPI и метрик для мониторинга. То есть, кто не знает, что такое KPI, это Key Performance Indicator, ключевые показатели эффективности. Это когда в контекстной рекламе вы считаете, сколько у вас стоил клик сколько у вас стоило одно обращение. То есть вы придумываете какую-то стратегию рекламную, а потом обязательно должны сказать, как вы будете измерять эффективность. Так вот, KPI — это те самые ключевые показатели, по которым вы отслеживаете, насколько вы, как маркетолог, классно сработали. Если есть какие-то вопросы по отдельным пунктам, по разделам, задавайте в чат, я отвечу, а пока продолжаю дальше. Сайт. Его визуальная составляющая дизайн. То есть для маркетолога дизайн это не красота скорее, а эмоциональное восприятие человека, интерфейса, насколько он удобен для него. Кто не знает, что такое юзабилити, это удобство пользования сайтом. А насколько там грамотные, полезные, продающие тексты, то есть есть ли они вообще. Если замечали, когда вы ищете в поиске что-то, на первое место вылезают те сайты, где есть какие-то статьи, посвященные тому, что вы ищете. Так вот, как раз все эти статьи специально пишут обученные люди для того, чтобы а, вы их читали, и а, эти тексты должны быть чем полезнее, тем лучше, потому что если они полезны человеку, человек априори вам сразу начинает потихонечку доверять. Если он начинает вам доверять, он уже больше готов купить, чем человек, который вам не доверяет. А конверсия — это когда из тысячи человек на сайт, зашедших, 10 человек что-то купило, конверсия 1%. Итого, конверсионные цепочки — это когда на каждом этапе взаимодействия с пользователем вы повышаете взаимодействие. И, собственно, повышение этих конверсий является непосредственной задачей маркетолога трафик менеджер, перформанс маркетинг менеджер, интернет маркетолог, диджитал специалист. В любом случае, это человек, который отвечает за то, откуда, в каком количестве, по какой цене, за какой бюджет и насколько целевой приходит трафик. На сайт, в мобильное приложение выделяют в перформанс-маркетинге, в трафик-менеджменте контекстную рекламу, сетки лидогенерации, баннерную рекламу, Здесь опечатка, не банкетная, конечно же, конечно же, баннерная, а, таргетированная реклама и так далее. То есть а, все, что отвечает за закупку трафика. Контент-маркетинг это направление, когда вы делаете крутой контент и за счет него продвигаете ваш товар. Это может, могут быть ролики на Ютубе а, в стиле как сделать что-то. А, это могут быть какие-то статьи которые помогают вам решить конкретную задачу, а в конце этой статьи вы предлагаете сделать что-то под ключ, да, то есть и вы уже помогли человеку, он вам уже мало-помалу доверяет, а тут вы еще и предлагаете комплексно решить ему задачу, так почему бы и нет? Контент-маркетинг это на самом деле мощная тема с точки зрения развития продаж, то есть она зачастую требует только ресурсов, то есть написание текстов, съемка видеороликов и так далее, и посевов. То есть, когда вы понемножку закинули контент, дальше уже начинается сарафанное радио. А что здесь? Это презентации, YouTube, social media маркетинг, ведение блогов, статей и так далее, и так далее, включая выступления на профильных конференциях. А дальше, если идти, не удивляйтесь пиар-активности. Во многих компаниях есть отдельный человек пиарщик, который за это отвечает. Но тем не менее на сегодняшний день все больше и больше пиара уходит в диджитал, потому что инфоповоды отрабатываются в социальных сетях, а пресс-релизы пишутся, дублируются в социальных сетях. А люди, то есть если вообще взять пиар, да, пиар, связи с общественностью. А public relationship, вот вспомнил, public relationship, то люди общаются больше в социальных сетях, это при, а, платформа, на которой происходит присутствие основной массы аудитории, и поэтому все больше пиарщиков должны осваивать основы СММ, и все больше СММщиков должны способствовать а, росту пиар-активности. А клиент маркетинг – это история, когда вы купили пиццу, купили вторую, на третью вам дали промокод. Это когда вы зашли на сайт, и вам говорят, что еще чуть-чуть, и скидки не будет. Это когда вы уже много раз что-то покупали, и у вас копится какая-то скидка. Это когда, когда вы собираете клиентов всех в базу и сегментируете. Например, вы доставляете пиццу и понимаете, что вот у нас любители пепперони, вот у нас любители карри. А давайте попробуем любителям карри продать пепперони и наоборот. Что произойдет? Или давайте а, любителям пепперони... Вот Влад, он по будням а, заказывает пиццу в офис, потому что ему лень ходить из офиса на обед. А вот а, этот же Влад в пятницу вечером заказывает огромное количество пицц, наверное устраивает вечеринку дома. Так давайте ему в следующий раз а, предложим скидку, или, его сам, или он, например, очень любит а, пиццу Цезарь, давайте в следующий раз а, при заказе а, пиццы на большую компанию сделаем ему подарок и подарим ему эту любимую пиццу. То есть вся эта история направлена на лояльность, на повторные покупки. А, аналитика ⁇ это самый важный, пожалуй, блок. Потому что без веб-аналитики вы ничего не поймете, насколько эффективно прошла ваша рекламная кампания. То есть вы будете тратить деньги, как слепые котята пытаться понять, что вам это принесло. А вы потратили там 100 тысяч на контекстную рекламу. Какое объявление привело вам клиента? А продажа пришла вообще с рекламы или клиент напрямую о вас узнал? Без веб-аналитики на сегодняшний день понять этого невозможно. И с другой стороны, с помощью веб-аналитики понять можно все что угодно, откуда человек позвонил, с какого рекламного канала, по какому объявлению он перешел, вплоть до того, что когда он с вами связался первый раз, когда он к вам вышел повторно и через какие каналы, с какого устройства он это сделал, как долго он был на сайте, вообще любую информацию можно получить. Итак, ребята, есть ли у вас вопросы по структуре диджитал-маркетинга или интернет-маркетинга? Если вопросов нет, поставьте, пожалуйста, в чат минусы, чтобы я понимал, что можем двигаться дальше. Супер, идем дальше. Что должен уметь интернет-маркетолог в первую очередь? Опять же, это все на личном опыте выстроено. Как бы я не умел, как бы я не любил математику, хоть у меня и по ней пятерка, репетитор помог. Маркетолог должен уметь считать, причем не только там сложение, вычитание, умножение, деление но и какие-то сложные многоходовочки, операции, дроби, проценты и так далее, и так далее. То есть в целом вы должны не то чтобы считать уметь, вы должны хорошо уметь работать с большим количеством цифр, с большим объемом с большим массивом данных, анализировать их, понимать взаимосвязи, считать формулы и так далее. Если вы этого не умеете, то хорошо бы подучиться, там, пропорции и все такое, потому что вам это пригодится на самом деле. Иногда, причем, приходится складывать быстро на какой-нибудь встрече с клиентом или с руководителем, быстро приходится там складывать что-то в голове, вычитать, делить, помогает. Хорошо и быстро искать в интернете. То есть, если вы не digital stalker, если вы с Яндексом и с Гуглом на «вы», если вы не понимаете, как искать группы в социальных сетях, какие они бывают, ну, то есть вообще вот какие существуют истории с поиском в интернете. Кто-то про себя скажет, да я продвинутый пользователь, а попросишь его найти там какую-то информацию в интернете, постоянно лезет к тебе с вопросами, а это где, а это куда. Так вот, чтобы не обременять коллег или начальство такими вопросами, сфера постоянно развивается, мало читать книжки, они очень быстро устаревают, мало уметь искать определения в интернете, мало быть профессионалом даже в этой сфере. Всегда нужно быть готовым к тому, что что-то вы не знаете, и это нормально, потому что сфера реально растет очень быстро, даже по знаниям. Поэтому навыки поиска, они отлично помогают. Вы должны реально грамотно писать. Мало того, что грамотно, вы должны писать интересно, вы должны мыслить категориями людей, которые это будут читать, какая у них потребность, вообще, зачем им это нужно, что им подать в начале, в первом абзаце, что во втором, что в третьем, что в конце. А как туда в этот текст поместить информацию о продукте и услуге? А когда этого делать не надо? А как общаться с людьми в интернете? Где можно пошутить, а где нельзя. То есть у меня у самого по русскому языку не очень высокая оценка была, но в течение жизни я это как-то подправил и легко могу написать какой-нибудь классный текст. А, легко погружаться в новое вам поможет, потому что я, например, никогда не работал на одном и том же рынке. То есть... Сначала это была веб-студия, там вообще разные бизнесы, потом это был большой информационный портал, потом это были товары повседневного спроса, а потом это была коммерческая недвижимость, теперь отельный рынок, гостиницы, путешествия и так далее. То есть я никогда не работал в одной и той же тематике два раза подряд. А, несмотря на это, я... Ценюсь, наверное, на рынке, раз я работаю, наверное, ценюсь э, как специалист, потому что я хорошо знаю инструменты. А если ты знаешь инструменты и подход, то ты легко погрузишься в продукт и найдешь этим инструментом применение. Поэтому легко погружаться в новое, открывать свою головку для новых знаний. Э, отказываться от каких-то своих э, установок и быть открытым новому это очень полезно для маркетолога мыслить э, категориями других людей поколений э, как мыслит вот это поколение как вот это как мыслит вот эта субкультура как вот это как мыслит жители вот этого города а как вот этого все это безусловно вам пригодится мыслить масштабно как я уже говорил например поколениями то есть э, у кого какие кумиры вот поколения Z, у кого какие, поколения, какие кумиры в поколении бэби-бумеров, да, если вы, например, планируете компанию по блогерам. Но при этом, при всем, мыслить глобально это круто, но надо быть внимательным к деталям. То есть, если вы, опять же, где-то пропустили какую-то цифру, или в рекламном тексте запустили рекламную кампанию громадную и где-то у вас там ошибки, ну просто люди вас, если самое лучшее, что с вами может случиться, вас поправят, а в худшем случае загнобят, в конечном счете скажут да что это за компания, нафиг ей доверять, если она даже писать правильно не умеет, допустим, или вы где-то упустили какую-то важную настройку, а на следующий день у вас потратился там полумесячного бюджета на рекламу. Ой, вам влетит, ребята. А, знать основы веб-технологий, то есть что такое браузер, что такое фронт-энд, бэк-энд, а, что именно происходит вообще в интернете, когда я забиваю в, Google, в адресную строку yandex.ru. Что происходит на уровне сервера, на уровне моего браузера, на уровне интернета, как это все работает и так далее, и так далее, и так далее. Очень важно следить за новостями сферы, очень важно разбираться в бизнесе. То есть, если вы, как я уже говорил, важно погружаться в новое, если вы разбираетесь... В бизнес не только в маркетинге, а в каких-то бизнес-метриках. Если вы понимаете бизнес-план, если вы понимаете, что чтобы заработать там 1 миллион рублей во втором квартале, вам надо сделать, при том, что вы зарабатываете сейчас 500 тысяч, вы должны понимать, как сделать вот то, другое и третье. Друзья, есть ли вопросы по умениям? Если нет, поставьте минус, мы пойдем дальше. Легко могу написать какой-нибудь классный текст. Воу-воу-воу, полегче. Ну, извините, могу себе позволить. Знаю себе цену. На самом деле, с текстами есть смешная история. Я когда пришел работать в агентство, вот в то российско-американское, моей первой задачей стало... Хотя я пришел вроде бы как на управление проектами, моей первой задачей стала копирайтинская задача написать текст для про Джеймса Бонда. Для лендинга я дико вообще наложил кирпичей и такой подумал: э, вот сейчас я облажаюсь, и у меня с текстами же вообще ничего хорошего не происходило никогда в жизни. Я начал смотреть видеоролики про Джеймса Бонда, я начал немножко почитал про него истории, и получилось круто, клиенту понравилось. Я допустил пару пунктуационных ошибок, но корректор их поправил. Есть отдельная профессия, кстати говоря, вот есть человек, который придумывает, а есть человек потом, который вычитывает и корректирует. Вот, вот две разные профессии. Для меня это до сих пор такая небольшой нюанс. Какие информационные каналы есть, чтобы следить за новостями? Да их полно, начиная от телеграм-каналов всяких типа PPC, ход Digital и так далее, заканчивая всякими сайтами типа от индекса, косы и так далее, и так далее. Их полно на курсе, безусловно, после каждого занятия вам там дается список рекомендуемой информации к изучению, к изучению поэтому... Uh, в основном ищите профильные телеграм-каналы, профильные порталы, которые посвящены интернет-маркетингу, рекламе. Хаббр uh, — это, наверное, больше ресурс для айтишников, для разработчиков. Mm, Маркетинговые кейсы там, конечно же, тоже присутствуют. Uh, идем дальше тогда, друзья, раз вопросов нет. Uh, инструменты для работы диджитал-маркетолога. Какие есть вообще в принципе? Uh, Какие-то... Несмотря на то, что сегодня 19 год, 21 век, а, завтра август, последний день лета, до сих пор работают, как неудивительно, какие-то законы маркетинга, которые были изобретены давным-давно. Такие, как вот маркетинг микс или 4P, аида, пирамида бренда, пирамида потребностей, а, Ко всему к этому классно обращаться, когда э, нужно что-то придумать или что-то доработать, или в принципе вот, ну, взять вот ваш маркетинг, который происходит в компании, и разложить на эти концепции. И для вас много нового, уверен, откроется. Этому мы э, в том числе обучаем. Анализ сегментации аудитории, то есть как вы будете продавать э, боксерские перчатки а семьям, да, родителям, грубо говоря, как вы их будете продавать маленьким детям, как вы их будете продавать профессиональным боксерам, как вы будете продавать путевки в санатории бабушкам, как вы будете продавать путевки в санатории молодоженам и как молодым специалистам, которые сидят в офисе, которым надо убежать из мегаполиса на выходные и перезагрузиться. То есть один и тот же продукт, мы вас научим, я вас научу заворачивать в такую форму, чтобы он влез в голову каждому конкретному человеку. То есть если у человека в голове дыра в виде квадрата, значит мы этот продукт упакуем в квадрат и запихнем ему в голову. Это уж такая грубая метафора, но тем не менее. Исследование рынка и конкурентов. То есть, когда у вас все идет хорошо, полезно оглянуться, а как дела у конкурентов? Может быть, вы недополучаете денег. Или наоборот, если вы только начинаете, хорошо бы взглянуть на ваших будущих конкурентов, чтобы посмотреть, а что делают они, а что у них получается хорошо, а что делать точно не стоит. Всему этому тоже вы научитесь на курсе. Полезный контент, чтобы вам доверяли. То есть, опять же, вы приходите встречу к клиенту, и он вам говорит, ну расскажите мне, и вы ему сразу начинаете как бы рассказывать, как вы работаете, что используете, какой-то секретик ему расскажете, и он такой, ммм, я ему доверяю, пожалуй, пускай выполнит вот эту часть работы, а там посмотрим. А, то же самое и с клиентами, а, покупателями. То есть, вы приходите там в магазин, и почему вот именно вас должны выбрать? Потому что когда-то там вы прочитали, что вот э, какая-то была статья от такой-то компании, и она вообще не так понравилась. Наверное, эти ребята эксперты. Буду покупать у них. А бренд. А у вас будет лекция по бренд-менеджменту для того, чтобы вас узнавали. То есть для того, чтобы строить у людей логические цепочки в голове. Типа... Ну, невозможно предугадать конкретный момент, когда, например, человек хочет купить себе путевку на юг. Но вы можете с ним провести коммуникацию, чтобы когда он сказал путевка на юг, ага, вот эта компания. А вот это бренд-менеджмент. Для того, чтобы когда человек созрел к покупке, он пошел именно к вам, а не к ОО рога и копыта сайты, приложения, чтобы, во-первых, у вас была площадка, где вы реализовываете свои продукты, товары и услуги, во-вторых, для того, чтобы пользователю было удобно и понятно. E-mail рассылки для того, чтобы знать, для того, чтобы возвращать людей скорее. Это как чаще используется как инструмент удержания, либо если вы новостной портал, то вы, скорее всего, какие-то прикольные новости рассылаете. E-mail рассылки, вопреки вопреки всем шаблонам, они работают. И если у вас есть легальная база, которая сама оста люди, которые сами оставили вам свои электронные адреса, это огромный потенциал с точки зрения коммуникации. Вопрос в том, конечно, какие темы письма вы пишете, какие у вас сами по себе письма, что вы в них предлагаете, что вы в них пишете и как вы общаетесь с аудиторией? Опять же, насколько вы сегментируете людей внутри одной базы, чтобы найти индивидуальный подход или не сегментируете? Веб-аналитика – это, опять же, чтобы посчитать, сколько рублей вы заработали за один вложенный. Если вы потратили там 100 тысяч рублей и заработали 100 тысяч рублей, то вы так себе маркетолог или просто в вашем случае диджитал-маркетинг не годится. А если вы со 100 тысяч рублей заработали хотя бы 150, то наверняка есть куда расти, но ну и это уже доход, чистая прибыль. Минусы в работе диджитал специалиста. Очень хочется спать. Вот что-то с годами понимаю, что самое частое желание у меня возникает, которое это хочется прилечь. Пожалуй, больше минусов не вижу. А в остальном, как и во всей работе, это может, быть, это может быть совпадение компании и человек, человека, и это принесет такую вообще эффективность. Вам это так нравится, вы компании так нравитесь, это все эффективно, работа мечты. Бывает такое, что работа это просто работа. Работа за деньги. Ни хорошего, ни плохого. Разные бывают начальники. То есть это уже другая тема. Конкретно в работе диджитал-специалиста. Не знаю, не вижу минусов. Если вы крутой диджитал-специалист, вас все хотят нанять на работу, вы достаточно много получаете. Вы находитесь в сфере, которая постоянно развивается. И это интересно. То есть вам не скучно. Не хочу никого обидеть, но это не, это не бухучет. Хотя я вряд ли что-то понимаю про бухучет. У меня тройка была по нему. И так далее. Итак, есть вопросики. Подскажите книги для новичков? А, да, там дальше тезис есть, что книги быстро устаревают. Это правда. На самом деле книги я про диджитал-маркетинг никакие советовать не буду, хотя их великое множество. Просто потому, что большинство самой сути этих книг вы можете найти в интернете. А, либо есть какой-то курс, а порой и бесплатный вебинар, где действующий эксперт готов прямо здесь сейчас поделиться с вами знаниями. Ну вот, кстати, пользуйтесь, я перед вами сижу, задавай, если здесь есть действующие маркетологи, или ребята, которые хотят начать работать, задавайте свои вопросы мне, пока я не ушел. А, замучил радикулит, у нас лучшие массажисты в санатории. Ну да, типа того. Кого-то радикулит мучит, кому-то свежим воздухом охота подышать, а кому-то настолько осточертели бетонные джунгли, что вот ему, ему ничего не надо, вывези его, где есть лес, плюс там пятиразовое питание, можно еще в ванне полежать, ни о чем не думать. Ну, то есть, маркетинг, если раньше шел от спроса к предложению, то есть сначала был спрос, потом люди давали предложение – то сейчас люди, маркетологи, формируют этот спрос. Они находят боль э, людей и пытаются свой продукт э, им подать с точки зрения решения конкретно их проблемы. А, папа па Так, ну что ж, пожалуй, вопросов, если нет, идем дальше. А, да, мозг и кругозор, безусловно. То есть э, надо, быть, надо постоянно быть э, как... Говорят, э, за бугром open-minded, то есть открытым новому, вы реально должны мыслить разными категориями, уметь смотреть вот на плоскость не только с этой стороны, но и вот сбоку посмотреть, э, рассечь ее, посмотреть в разрезе: сверху, снизу, со всех сторон смотреть на ситуацию. И чем большими сферами вы интересуетесь, тем э, лучше работает ваша голова. Поверьте мне, в работе маркетолога это очень важно, потому что вы нередко будете строить какие-то гипотезы, делать какие-то выводы, и для этого голова нужна. Да в любой работе, в общем-то, наверное, так. Client Relationship Management в аббревиатуре CRM – это когда вы не просто знаете своих клиентов в лицо, а собираете информацию на них и умело ее используете. Social Media Marketing или SMM – это потому что все сидят в соцсетях и Прошу прощения. А, все сидят в соцсетях и классно использовать этот канал для общения со своей аудиторией. Но есть особенности, которым мы научим на курсе с моими коллегами. И, безусловно, Яндекс.Директ, Google AdWords, SEO, CPA-сети это для того, чтобы привлекать трафик на сайт. Если нет вопросов, друзья, по умениям, то давайте я вам расскажу, чему вы конкретно будете учиться на курсе. А, обучение на профессии диджитал-маркетолога а, у GeekBrains, а, где я выступаю куратором, состоит из нескольких блоков. Это диджитал-стратегия, когда вам дается общее представление о всех каналах, о всех ресурсах. О том, как вообще работать в диджитал-маркетинге, с чего стоит начинать, что делать, как выстраивать, собственно, эту самую диджитал-стратегию. Контент-маркетинг, поговорим про веб-аналитику с вами, про e-mail-маркетинг, научу делать классный SMM, контекстная реклама, создание сайтов и приложений. Все это вы проходите. И на выходе вы, по сути, как я говорил, в современном мире выделяют отдельные профессии на каждое из этих направлений. Поэтому а, вы можете выбрать несколько пути, путей. Можете а, пойти работать в агентство или на сторону клиента и управлять всеми этими каналами. Вы можете стать каким-то узкоспециализированным узкоспеци... специалистом какого-то конкретного канала. А, давайте подробнее рассмотрим, что именно вы будете изучать, если пойдете на курс, конечно же. Uh, стратегия. Базовые концепции. Обязательно. Кто уже работает в маркетинге, кто хорошо знаком с маркетингами, повторение мать учения, а во-вторых, это для вас откроется немножко с новой стороны, с учетом того, что на дворе есть интернет. Анализ сегментации аудитории для того, чтобы понимать, как именно подавать информацию разным сегментам целевой аудитории. Анализ конкурентов для того, чтобы, во-первых, от них отстраиваться, то есть чтобы покупали именно у вас и чтобы ваше предложение было не похоже на конкурента. В лучшую сторону, естественно. Кто не знает, что такое УТП, это уникальное торговое предложение. Как готовить сайт, мобильное приложение, лендинг к продвижению? Какие есть этапы, какие есть инструменты и так далее. А контент-маркетинг, опять же, как научиться делать так, чтобы люди вам доверяли, чтобы ваш контент, тексты, видео, фотографии, инфографики, а, e-mail рассылки, чтобы все это было не только а, рассказывало людям о продуктах, но чтобы это еще решало какую-то конкретную задачу, прям их задачу прямо здесь и сейчас. Тогда растет доверие, если люди вам доверяют, они готовы вам Многое простите, а самое главное, они готовы платить вам больше. Бренд-менеджмент, опять же, повторюсь, для того, чтобы люди вас узнавали. Э, и медиапланирование с оценкой эффективности. То есть это составление планов, сколько денег потратить на Яндекс, сколько на Google. А научитесь делать прогнозы по эффективности, а также какие показатели эффективности вот у вас будут в СММ, а какие в контекстной рекламе. То есть это все рассматривается. Создание сайтов и приложений. А, какие задачи выполняет интерфейс? Насколько сделать его удобным? А, что такое пользовательский сценарий? Зачем рисовать вот эти вот схемы, что Маша увидела баннер, а, перешла на сайт, ничего не увидела, вышла. Или увидела нужную информацию, зашла на нее, прочитала, вышла. Прочитала, перешла в другой раздел, заполнила, открыла заявку. Много полей не буду отправлять, лучше позвоню. Или заполнила заявку, жду звонка. Что с этим совсем делать, зачем это надо, все расскажу. А, способы увеличения конверсии. Опять же, кто не знает, что такое конверсия, это соотношение людей, которые, допустим, зашли на сайт, к соотношению людей, которые остались и выполнили полезное действие. А, посадочные страницы. Что, что их отличает от сайтов, то же это самое, что и лендинги или нет, а, зачем они нужны и так далее. Мобильные приложения, как их продвигать, как анализировать. А, и в конце концов, поскольку много сайтов и приложений создается силами удаленной команды, как организовать их работу или как организовать свою работу, если вы один из таких специалистов как раз. А, привлечение трафика, SEO. Поговорим про SEO, что такое вообще SEO, что такое Google Яндекс, что такое пауки, как работают сайты в поисковой выдаче, что на это влияет, как продвигать свои сайты и так далее. Контекстная реклама. Люди что-то постоянно ищут в интернете. Как сделать так, чтобы они находили вас быстро и чтобы покупали у вас? Это вот про это. А подробнее будут рассматриваться системы Яндекса, Гугла по контекстной рекламе. Научим вас, чтобы ручками постоянно все не делать, научим многие рутинные процессы автоматизировать. И, безусловно, есть два занятия про CPA, то есть это расшифровывается как cost per action и по-другому лидогенерация. То есть это модель работы, когда вы не платите за клики, вы платите сразу за обращения, которые вы получаете. Партнерский маркетинг – это когда спасибо от Сбербанка работает в Бургер Кинге, например. Или вы заправились на BP и где-то получили скидку. Медийная реклама, как правило, это, ну, вообще это телек, радио, а также баннеры в интернете. В любом случае это какие-то охватные истории. Зачем нужна она, чем она отличается от контекстной рекламы, когда ее использовать и так далее. Всему этому вы научитесь. Друзья, настоятельно вам рекомендую задать какие-то вопросы, потому что мне кажется, что если вы пришли и тратите время на меня, а я на вас, мы должны с вами друг от друга получить максимальную пользу. Даже если вам кажется, что всем понятно, вам вы один такой особенный, Ерунда абсолютная, не бывает правильных неправильных вопросов, хороших и плохих, задавайте все, что вас интересует. Uh, Привлечение трафика я вам рассказал. С SMM. С чего начать uh, вообще работу в сообществах? Uh, как делать сообщества интересными? То есть uh, у вас будет блог про креатив. Uh, расскажу, как настраивать рекламу в социальных сетях. Uh, какие, опять же, отличия принципиальные от рекламы на том же Google или Яндексе. Uh, поделюсь секретами настройки. И расскажу про аналитику в соцсетях. E-mail маркетинг, как я говорил, это про удержание клиента либо про допродажи, либо про поддержание интереса и лояльности. То есть как строить стратегию, как легально, с точки зрения юридической, наращивать и удерживать подписчиков. Заранее говорю, если здесь есть действующие специалисты, никаких покупных баз. Все это полная фигня. И мало того, что это не работает, это еще и вы рискуете быть заблокированными и вызвать недоверие к вашему домену. То есть однажды, попав в спам к группе людей, очень долго потом обратно вернуть доверие. Вы, скорее всего, будете и дальше попадать в спам. Как этого не допустить, вы научитесь на курсе. Какие бывают письма, почему их важно различать? То есть приветственные рассылки, триггерные рассылки, постоплатные, информационные и так далее. АБ-тесты, что это такое, зачем их делать и как сравнивать эффективность, вот, как понять, эффективно ли одно письмо или другое. Это как раз об этом. Как вот не делать так, чтобы ручками отправлять все эти письма, особенно если у вас много баз, особенно если это крупная компания, как это все поставить на поток и понять, насколько это было эффективно. Всему этому вы научитесь в блоке email-маркетинга. Контент-маркетинг. Зачем это вообще нужно? Что это вообще такое контент-маркетинг? Что вообще такое контент по-английски? Да, это содержимое, то есть содержимое чего-то. Сайта, мобильного приложения, социальных сетей, e-mail, рассылки. Все это контент. И как с ним работать, вы как раз будете изучать. А, какие есть виды, где его распространять, а, как это сочетается с бизнес-стратегией и надо ли вообще вам лезть в эту тему или вам достаточно контекстной рекламы. А, что такое вирусный контент или вирусный маркетинг? Как а, научиться отличать хорошее от плохого? Как анализировать такие сложные вещи, как а, статья, например? Насколько была эффективна статья? Как это понять? Всему этому научитесь. И, безусловно, как создавать крутые идеи вообще в диджитал в целом. <coughs> Про это есть отдельное занятие. Так. Ого, сколько вопросов набежало! Давайте небольшую паузу я сделаю. А курс не устареет? А то, когда поступили, будет одна информация актуальна. А вы... <coughs> а, я понял ваш сарказм. Нет, курс не устареет. Дело в том, что при написании книги, а, пока ее человек напишет, пока он соберет в кучу свои мысли, пока он найдет редакцию, которая его опубликует, пока напечатается тираж, пока дистрибьюторы доставят, в конце концов, пока вы ее прочитаете, пройдет гораздо больше времени, чем полгода обучения на онлайн-курсе. А, плюс ко всему, программа постоянно совершенствуется. Плюс Блин, прям чувствую, как будто я вам впариваю что-то, давайте по-другому. А на курсе... Вот, я, вам сегодня, я вот приехал к вам с работы, у меня сегодня был очень сложный день, куча задач. И я ежеднев, в ежедневном формате получаю практический опыт. И сразу же потом иду сюда и передаю его студентам. Поэтому возможность того, что что-то там устареет, она крайне мала. Плюс э, есть сообщество. Мы всегда, то есть, со студентами общаемся. И пытаемся во всей... То есть, вы не думайте, что я тут такой сижу, все уже узнал. И все. Я сам каждый день кучу новой информации узнаю. Но, тем не менее, мне есть что рассказать, как мне кажется. А... По времени, сколько курс длится, об этом сейчас расскажу. Да, 6 месяцев, это верно. Плюс 1 месяц стажировки от Mail.ru. А... В курсе не то чтобы объясняется, как работать маркетологом, не совсем верная формулировка. Скорее вы знакомитесь, безусловно, там есть блок о том, как работать маркетологом, но в основном вы знакомитесь практическим образом с каналами, в которых маркетолог работает каждый день. Обучение онлайн ⁇ это ответ на вопрос, это не вопрос. Да, обучение онлайн ⁇ это запись, это прямые эфиры. Возможность посмотреть лекцию в записи, если опаздываете с работы или еще чего, или в другом часовом поясе находитесь. Как осуществляется помощь в трудоустройстве, будут предложены места. Насколько я помню, есть гарантированная стажировка. Про трудоустройство, по-моему, это факультет. То есть планируется, кажется, с сентября у ребят программа, когда... Когда вы каждое направление прям изучаете очень усердно и вам реально на выпуске гарантирует трудоустройство. Этот вопрос, ребят, лучше задать GeekBrains. Я напоминаю, что я простой диджитал директор, который ходит на работу и пришел вам сегодня поделиться личной историей о том, как я это достиг и студентам, которые уже учатся, я рассказываю, что им делать для того, чтобы это было эффективно. А стажировка гарантирована для всех студентов? Насколько мне известно, да, да, вы по окончанию курса получаете гарантированную стажировку. А, друзья, вопросов больше вижу, что нет. Идем дальше. Аналитика, а, опять же, основы. А, много практики с Яндекс.Метрикой и Google Analytics. То есть это системы аналитики веб-ресурсов. А, какие ключевые параметры для отслеживания? То есть а, в контекстной рекламе как нам посчитать стоимость одного обращения, с какого конкретно объявления из Гугла или Яндекса к вам пришел клиент. Всему этому вы научитесь. А, настраивать цели, отчеты, отслеживать звонки с помощью колл-трекинга, интегрировать а, аналитику с CRM-системами, с сервисами e-mail рассылки и разными другими, с телеграм-каналами и проч с чат-ботами. Всему этому веб-аналитика... А, Ко всему этому она способна, и вы этому будете учиться. Ну и CRM-ка, конечно же, то есть что это такое, как с ней работать. Все это за 6 месяцев, как вы уже сказали в чате, и одна, один месяц стажировки от Mail.ru Group. А, на мой взгляд, со стороны это достаточно... Я примерно столько же учился... А единственное, что у меня было два курса, то есть я примерно год учился, но параллельно я уже после одного курса работал. А, что касается стажировки, мне кажется, это супер ценная история, потому что, во-первых, а Mail.ru Group это не какая-нибудь там о заправь шубу в трусы, а, во-вторых, это все-таки возможность выйти после обучения не просто, типа я учился на курсе. А у вас уже может быть учебный проект в портфолио, и вы это можете прям как строчку в резюме занести. На мой взгляд, это супер ценно, потому что я нанимал людей и такие вещи привлекают. Попозже расскажу, как проходить собеседование, кстати говоря. Мой пропустили. Игорь, простите, пожалуйста. В чем разница между диджиталом-маркетологом и интернет digital Нет разницы. Нет разницы. Диджитал – это он же интернет. Разница абсолютно не это то одно и то же. Одно и то же, простите. Так, про стажировку можно поконкретнее. Поконкретнее, Сергей, задайте вопрос. Я в конце дам ссылку на карьерную консультацию, то есть у вас профессиональный человек проконсультирует, как искать работу. Там же вы можете задать вопрос про стажировку. А, есть у вас какие-то лайфхаки по развитию креативности, поиску идей и вдохновению? Да. А, как я говорил, я учился в школе креативного мышления. А, есть латеральные методики, есть методика трис. Есть куча разных методик, которые давно изобретены, и вот рекламщики научились их применять в своей повседневной работе. Есть методы. Про них вот сейчас прям так коротко не расскажешь. Есть погуглите просто вкратце латеральное мышление, трис, метод шести шляп, кажется, или пяти шляп точно сейчас не вспомню. А, брейнштормы, безусловно, есть определенные правила, как они проводятся и так далее. И все это есть креативность. А, поделюсь, наверное, одним способом. Выпишите на бумагу два Или просто выпишите куда угодно 20 идей и забудьте про них, потому что, как правило, первыми идеями вообще будет круто, если вы придумаете 20 идей это будет уже хорошо. А потом забудьте про них и придумайте еще. И, как правило, вот первые идеи, они отсеются, потому что самые банальные. Банальные идеи нам же не нужны с вами, Катерина. А, чем курс по Digital отличается от курса интернет-маркетинга? А вы про какие-то конкретные сейчас курсы спрашиваете или вообще в целом? Потому что Digital и интернет-маркетинг — это одно и то же. Ну, в смысле... Uh, digital ⁇ это может быть в том числе и создание сайтов и приложений, что в принципе тоже интернет-маркетинг. Uh, бывают digital-продюсеры, это чуть другое направление, но это тоже все равно про интернет, так или иначе, про маркетинг. Давайте лучше поговорим о том, как искать работу вы будете, uh, легко и непринужденно. Uh, я смею об этом заявлять на том основании, что помимо того, что я проходил достаточное количество собеседований, я еще и собеседовал немало людей. За две недели я просматривал порядка 200 резюме, и навстречу добирались 3-5 кандидатов. Не потому, что я такой плохой и требовательный, а потому, что кто-то не приходил, кто-то вообще не читал по ходу вакансию, потому что в резюме у него написана совершенно другая информация. Так вот, поговорим же про то, как себе ищет людей компания и как вы должны на это реагировать. Компания подробно составляет, хорошая компания всегда подробно составляет описание ваших будущих задач, требования к кандидатам и желательно еще напишет что-нибудь про себя. А кандидат, в свою очередь, подробно рассказывает о том, чем занимался, но только если вы претендуете на менеджера по маркетингу, не пишите, что занимались документооборотом, даже если это было, потому что Пишите про самые главные ваши навыки и умения и инструменты. А следом э, пишите, каких успехов в этом добились. А компания всегда будет э, часть резюме отсеивать по первым признакам. Нерелевантный опыт работы. Э, не знаю, потрудились написать сопроводительное письмо. Э, э, ну, то есть... Неподходящих людей не работает история типа «я ничего не умею, но научусь». Как бы это ни было искренним, ваше это пожелание, некоторые компании не готовы вкладывать свое время, свое время и деньги в обучение людей с нуля. Для этого есть специальные стажировки, платные, бесплатные. Если вы начинающий специалист, надо быть наверное, к этому готовым, потому что потом вы получите рекомендации, сможете сделать строчку в резюме. Это как раз та самая история, когда надо с чего-то начинать. Вы, в свою очередь, подкрепляете все свои успехи цифрами. То есть, если вы пишете, что вы увеличили там прибыль компании, напишите хотя бы на сколько процентов без абсолютных цифр. Если вы пишете, что вы классный СММщик, напишите, насколько выросло за год ваше сообщество в количестве подписчиков, или насколько вырос коэффициент вовлеченности, или какой у вас был самый большой охват у какой-нибудь вашей рекламной кампании. А компания определяет тех, кто справится, а кого нужно выращивать. То есть с кадрами настолько все плохо, что людей реально со школы, чуть ли не со школы, приходят в школу и выращивают себе специалистов. Они знакомятся с компаниями, они рассказывает им что-то. Они делают рекламные кампании, которые направлены на то, чтобы сказать, мы крутой работодатель, нас смотри на нас, мы хорошие. Вы, в свою очередь, отправлять, должны отправлять отклики только на те позиции, которые, с которыми вы, на которые вы реально можете претендовать. Если вы работали менеджером по продажам, не надо претендовать сразу на директора по маркетингу. Скорее всего, вам придется сменить сферу, пойти на начальную какую-то позицию, отработать там от года до трех, и тогда уже вы можете что-то, что какую-то ценность представлять для работодателя. Люди на собеседованиях, HR и руководители подразделений, они всегда пытаются... С вами пообщаться и понять, насколько ваша реальная квалификация соответствует тому, что вы написали в резюме. Поэтому э, врать в этом случае это, наверное, плохой метод. Приукрашивать что-то для того, чтобы попасть на интервью это плохой совет. Не слушайте меня, это плохой совет. Э, иногда можно, чтобы попасть на резюме и там уже раскрыться во всей красе. Но если вы, ребята, приврали в резюме и приходите мямлить на собеседование. Это выглядит жалко. Если вы не уверены в себе, почему работодатель будущий должен в вас поверить? С какой стати? Вы чужой ему человек, он хочет деньги вам платить за эффективность. Поэтому, пожалуйста, готовьтесь к резюме. Изучайте новости компании, продукты, ресурсы, то есть сайты, приложения. Смотрите, с чем вы не согласны, что бы вы порекомендовали исправить. Компания всегда смотрит на то. Как вы реально помогли другим бизнесам на предыдущих местах работы. Поэтому, опять же, показывайте цифры и будьте уверены в себе. Не знаю, репетируйте перед зеркалом, потому что вроде вот вот это не ни в коем случае не высокомерие. Я сам ходил на собеседование, переживал, волновался. Но когда человек приходит вроде опытный, ты его спрашиваешь простые вещи, а он сидит что-то. Mm -hmm. Что? Это выглядит ужасно. Поэтому будьте уверены в себе. А, будьте готовы выполнить тестовое задание, потому что м -м, продавать себя многие умеют, а на деле оказываются полным вот налем. Поэтому будьте готовы на практике. Если это крутая позиция, пускай бесплатно. Потратьте время, ресурсы, сделайте крутое тестовое именно так я попал в несколько компаний, если бы не это, наверное, бы и не взяли. И, безусловно, не расстраивайтесь, если вот вам кажется, вы все это выполнили, все было круто, а потом вы узнаете, что вас не выбрали, выбрали кого-то еще. Но поставьте себя на место работодателя, к вам приходит вот кандидат хороший и явно сильнее его, вы, конечно, выберете наилучшего, поэтому... А с точки зрения, как себя вести в этой ситуации, вы всегда можете напомнить о себе. Во-первых, вы покажете то, что вы реально заинтересованы, потому что куча людей вообще соглашается на скайп, на интервью, а потом пропадают, не берут трубки. Ну, ребячество какое-то, как будто детский сад, штаны на лямках. Поэтому интересоваться процессом и напоминать о себе HR- это нормально, но только вежливо, без настырности, излишней настойчивости и так далее. Есть ли, друзья, вопросы? А какой возраст сотрудников вы считаете оптимальным для своей компании? Не знаю, у меня самые разные. Но есть разные корпоративные культуры. Я ходил в одну финансовую организацию IT. Там средний возраст сотрудников до 28. То есть старше 30 может быть несколько IT-шников и есть один 40-летний программист. Все. Все остальные там от 18 до 28 лет. У меня в компании работает самый разный разброс специалистов от там от 20 до уже 40. Все зависит от корпоративной культуры. Вообще как бы хочется, конечно, сказать, что нет ничего такого в том, чтобы нанимать людей взрослых. Но, во-первых, у взрослых людей есть свои заскоки. Некоторые такие очень высокомерные, типа, да пошли вы все, я специалист. А некоторые, поэтому, очень внимательно смотрят на кандидатов. Короче говоря, я не буду врать, отдают предпочтение молодым. Но если у вас крутые кейсы... Uh, не знаю, не пишите возраст, покажите, что вы классный специалист, а там пообщайтесь, может быть, вам удастся переломить этот стереотип. Uh, есть, безусловно, компании, которые uh, uh, без предрассудков, с дружелюбием относятся к возрастным uh, категориям, но не все. Uh, pa -pa -pa -пам. Вчера смотрел от GeekBrains трансляцию по интернет-маркетингу. Получается, это разные курсы. Руслан, не знаю, уточните у GeekBrains. То есть у меня профессия называется digital-маркетолог, а насколько я знаю, нет никакого отдельного курса по интернет-маркетингу. Планируется только факультет в сентябре. Без опыта какие варианты? Без опыта варианта два. Научиться пойти бесплатно на стажировку, чтобы научиться, найти себе какой-нибудь проект, сделать для него что-то в учебном формате, то есть собрать учебное портфолио, возможно потратить свои деньги, искать, вот смотрите, я потратил 20 тысяч рублей, привлек такое-то количество людей на сайт. Попробовать найти компании, где готовы вас взять с учетом того, что вы что-то умеете. Подавайте себя не как новичка, а как специалиста в конкретном инструменте. Но только, я вас умоляю, чтобы ко мне потом дядя Вася не пришел и не сказал, ты что мне, кого то мне подсунул вообще, это он у тебя учился? Да это вообще просто полный ноль. А... Учитесь а, хорошо, изучайте самостоятельную информацию, а, закрепляйте все на практике делайте, пожалуйста, так, чтобы людям, которые вас учили, не было за вас потом стыдно. Это так, это личная просьба. Тот же вопрос, что и у Руслана. На сайте написано, что курс по диджитал-маркетингу длится 6 плюс 1 месяца, по интернет-маркетингу 8 и 1. Ребят, уточните, наверное, все-таки речь идет про факультет наверное речь идет все-таки про более углубленную программу а, вот и все сотрудника возрастом после 40 увольняться попросят а, у меня нет таких кейсов у меня нет таких кейсов как правило сотрудники если уже работают в компании и работают хорошо никто никого не просит увольняться это бред а, нет такого что так, ну все, Семен Семенович, завтра у вас день рождения, пятый десяток, пора писать заявление на увольнение. Ну, это сюр какой-то. Не бывает такого, конечно. Другой вопрос: что если вам уже 40 лет, то, может быть, уже пора каким-нибудь руководителем идти. Для руководителей это абсолютно нормальный возраст, и в 50 лет. А другой вопрос, что к этому моменту. Я бы лично уже попробовал, наверное, что-то свое сделать. Мне 33, и я последние 16 лет в армии не изучал не, не изучал диджитал. Беда. Почему вы в 16 лет в армии были? Такой вопрос. Это типа контракт? Тогда понятно. Но никак не поздно. Вы знаете, вот вы говорите мне 33, а мне 22 было я так сидел ё-моё кажется я нахожусь на пороге какой-то пропасти мне мне уже столько лет я не понимаю что я делаю на этой работе кем я хочу вообще быть где моя колея где мое место в этой жизни а у вот меня в 22 такие мысли посещали и ничего я пошел в любой непонятной ситуации идите учиться. Мне 36 уже, первые 40 лет жизни, у мальчика самые сложные. Вот я согласен. А у итальянцев вообще после 40 жизнь реально только начинается. Они стараются даже не жениться, не заводить семью. А многие мужчины живут с мамами. И в 40 лет. Ну ладно, не об этом сейчас. 39. Видите, ребят, как много нас с вами тут собралось возрастных ребят пацаны мне 45 очень приятно что вы все сегодня с чувством юмора михаил сразу то руководителя все я молодцы ребят самое главное сердцем не стареть серьезно осваивайте новые знания новые сферы я, конечно, я, конечно, смогу об этом, наверное, сказать, когда мне тоже будет 45, но я уверен, что для вас это не конец. Почему профессию, ребята, освоить легко? Потому что, во-первых, я постарался найти самых классных практиков, которые могут уделить время помимо основной работы преподавания. То есть это самые актуальные знания в самой быстро растущей сфере. Это важно. То есть сфера развивается, мы постоянно стараемся актуализировать знания. Преподаватели – действующие практики. То есть перед вами не будет какого-то мужичка в галстуке с линейкой в руках, который закончил там магистратуру, написал докторскую, еще что-то написал, проработал в университете. То есть это люди, которые Потратили миллионы на рекламу. Люди, которые работали в компаниях на хороших позициях, с хорошим опытом, они готовы с вами поделиться знаниями, лишь бы вы только их захотели получать. А доступ ко всем материалам курса без ограничений навсегда. То есть если вы закончили курс, нашли работу, что-то захотели повторить, у вас будет такая возможность. Если вы опоздали, задержались на работе, улетели в отпуск или еще чего всегда посмотрите в записи гарантированная стажировка поможет вам понять полученные знания прям в бою в бою почему я сказал в бою в бою потому что у вас помимо этого будет практика после каждого занятия вы будете ручками делать вещи которые маркетологи делают в реальной жизни и вы точно не опоздаете на лекцию потому что запись всегда будет с вами в личном кабинете Обучение в GeekBrains. Что это вообще такое? Ребята делают все в онлайн-формате. То есть это либо записи, либо прямые эфиры. Практические задания проверяют преподаватели, которые у вас и вели лекцию, то есть действующие практики. У вас всегда будет обратная связь на то, что вы сделали хорошо, или обратная связь, что можно улучшить, чтобы было еще лучше. А вы будете приглашены на всякие закрытые тусовки для студентов, а преподаватель будет на связи не то чтобы 24 на 7, потому что вы не одни, и у него есть работа и личная жизнь. Это я так уже на своем опыте готовлю вас. Но преподаватели на связи, они отвечают на вопросы, им интересно с вами работать. Я не просто практиков постарался найти, а людей, которым реально интересна тема образования, которые хотят обучать людей. И преподаватели, они помимо того, что из, могут быть из разных крутых компаний, они могут быть непосредственно и из mail.ru, то есть ребята, которые в крупной IT-компании работают на действующих позициях, а Mail.ru, как я вам уже говорил, это не хухры-мухры. А серьезная компания с IPO, с огромной корпоративной культурой, многомиллионной выручкой, если не многомиллиардной, И все это в интернете. А, еще раз повторюсь, что по окончанию обучения у вас идет гарантированная стажировка. А, подробности вы можете получить на консультации. То есть сейчас я вам скину ссылочку в чатик. А, по-моему, через три дня у вас будет возможность получить личную консультацию с человеком, который вам расскажет, как искать работу, расскажет вам, что именно происходит на курсе, как на него записаться. И самое приятное, люди экономные могут получить сейчас скидку на обучение. То есть там для зрителей это примерно 4200, ну на 1000 дешевле в месяц, 6 месяцев и того 15% в общем скидка составляет. Я заранее говорю, что у вас будет эта презентация, вы все это еще раз сможете посмотреть, проанализировать, переварить и так далее. Меня очень попросили ребята из Geekbrains а сказать о том, что у вас будет возможность купить все в рассрочку. То есть не надо сразу нести деньги в кассу. Можете помесячно оплачивать на протяжении какого-то времени. Можете вообще сначала, сначала пойти учиться, а потом через год все оплатить. То есть нет вообще ни, ни одной причины, нет для того, чтобы вы не пошли прямо сейчас получать новые знания. А, Пример на следующий поток стартует 26 августа. Здесь в презентации у вас зашита гиперссылка со скидочкой. А скидка сработает только если вы перейдете именно по этой ссылке. А, вы можете ее передавать друзьям, мамам, папам, сестрам, братьям, дальним родственникам а, то есть, это совершенно не то чтобы ваша личная. Она может кочевать, можете рекомендовать друзьям. Если кто-то вас вдруг спросит: А там вот ты пошел учиться, как тебе? А вы ему хоба? Скидочка 15% тебе, дружище. Мы перешли к самому главному блоку в сегодняшней лекции. Не совсем уложились в час, но в полтора, по классике. А, давайте, а, давайте, давайте ваши вопросы в чатик, а, если есть. Они, конечно же, что должен уметь интернет-маркетолог? Как им стать? Сколько денег надо зарабатывать? можно ли работать удаленно, нельзя. Самые любые вопросы, друзья, задавайте. Я жду. Как вы относитесь к вопросам про круглые люки и прочее на собеседовании? Меня не спрашивали про круглые люки, что это такое? я сомнительно отношусь к вопросам, кем вы себя видите через 5, 10 и так далее лет. А какой у вас кейс? Что именно под кейсом вы имеете в виду? У меня много разных кейсов. Вырастил сообщество в социальных сетях на 55 тысяч человек за год. Увеличил выручку в компании на 20% от года к году. А, что еще вам рассказать? Потратил миллион рублей на рекламу, заработал больше 160. Но это коммерческая недвижимость, там это нормально. Время на семью у вас остается? А, да, остается. У меня два раза в неделю занятия с 8 до примерно 10 вечера. Остается время, вот помимо двух раз. Завтра буду как раз читать лекцию про подготовку сайта к продвижению, а в понедельник буду читать лекцию об анализе эффективности. Сегодня вот с вами общаюсь на открытом вебинаре, то есть время остается. Как-то этим во всем жонглирую, но, честно говоря, чертовски ничего не успеваю. Так, друзья, пока вы думаете над вопросами, давайте я вам покидаю ссылочки в чатик. Во-первых, хочется что вам еще рассказать. У ребят с Geekbrains есть конкурс. Давайте расставим все точки над «и». Я не работаю в Geekbrains, у меня личного мотива что-то там пропиарить нет. Можете что хотите думать, верить мне или нет. А мне просто круто заниматься образованием. Я накопил определенный багаж знаний за 6 лет, мне классно им делиться с людьми. Ваш выбор, как бы получать эти знания, зарабатывать там деньги или менять профессию на востребованную или не менять. Каждый это для себя определяет э, сам. Моя задача сегодня была вам рассказать про то, что умеет делать интернет-маркетолог, диджитал-специалист, э, сколько он может зарабатывать и так далее. Решение далее вы принимаете. Сами. Так. Давайте я вам сейчас покидаю ссылочки. Uh, у вас есть, во-первых, возможность, ребят, uh, есть конкурс, в рамках которого вы можете получить uh, бесплатное обучение на курсе. Uh, все, что вам нужно сделать, это написать историю, и uh, автор самой лучшей истории как раз будет. Uh, сейчас я объявлю, во-первых, uh, того, кто уже победил, зачитаю вам историю человека, которую он прислал. Во-вторых, если вы на консультации, на, пардон, не на консультации, на лендинге нажмете на ссылку «Написать себе историю», ответите на вопросы, у вас есть возможность выиграть, собственно, приз. Так, ребят, скидочку получить, во-первых, она... Ого, ничего себе, я вас обманул, скидка не 15%, а 33%. Во-первых, ссылка на скидку находится в описании, как вот делают эти блогеры. По ссылке в описании... Во-вторых, сейчас я вам ее пришлю в чатик. Так, должна была ссылка в чат прийти. Сейчас один момент, ребят. Дьявольский YouTube не пускает меня написать комментарий. Надо залогиниться. Ага, погнали. Хоба. Ребята, скидка, короче говоря, по ссылке в описании не дает мне YouTube отправить вам сообщение с ссылкой. Поэтому не судьба. У вас будет эта презентация на платформе GeekBrains. Сюда, напоминаю, вшита ссылка. Сейчас на экране она у вас появится. То есть вот на этом слайде, вот здесь. А, вот здесь а, успей записаться и получить скидку. А, единственное, что здесь 33 процента, не 15. А, скидки растут, как и холода в Москве. Поэтому, друзья, а, если у вас какие-то вопросы остались по профессии, еще что-то и так далее, можете мне сейчас их задать, и я вам о себе расскажу либо о себе, либо о профессии, либо о моей какой-то работе. Все, что вам интересно, можете спрашивать. Вопрос про удаленную работу. Есть ли такая возможность, как она влияет на доход и какими качествами должен обладать отличный маркетолог на удаленке? В принципе, Артем, все это я вам в презентации выше рассказал. То есть э, все навыки я перечислил. Если вы все это умеете делать, вы суперценный специалист. Если вы вдруг в конце подключились, у вас будет возможность пересмотреть эту лекцию и посмотреть презентацию. Каких-то прям суперспециальных навыков, пожалуй, кроме самоорганизации, не требуется на удаленке. А как определить свою узкую специализацию по инструментам? Э, никак. Это вопрос, как вы выбираете профессию. Просто вы. Вот когда научитесь познакомитесь с каждым инструментом, то поймете, что вот вы супер специалист по рекламе в социальных сетях. Или у вас одинаково хорошо получается настраивать и контекстную рекламу, и таргетированную рекламу. Так, скидку как получить еще раз. У вас по ссылке в описании это есть. Давайте теперь про победителя. Про победителя. Напоминаю, что вы можете про, поучаствовать в конкурсе, который был на лендинге, где вы узнали об этом сегодняшнем вебинаре. К сожалению, ссылочку вам в чат скинуть не могу. Для трех человек вы можете получить бесплатное обучение на курсе, то есть не платить там десятки тысяч рублей а обучиться абсолютно бесплатно, если напишете о себе и свою историю, почему вы, кем вы работали, почему вы решили пойти учиться. Для того, чтобы вам было понятно, о чем писать, давайте я вам расскажу, давайте я вам приведу пример, точнее не расскажу, а приведу пример нескольких историй. А, Субботина Алена. «Я занимаюсь по большей части оффлайн-маркетингом и очень хочу развивать свои компетенции в диджитал. В этой части только разрабатывала сайты и работала с рекламным агентством, соцсети и директ. Мне хотелось бы научиться правильно строить диджитал-стратегию, качественно контролировать подрядчиков и вообще развиваться». А, Елена. «Это одна из самых и даже востребованных сейчас специальностей». Знаю не понаслышке, давно работаю. Начинаю разбираться и понимаю, что это безумно интересно. Всегда мечтал реализовывать свой потенциал в математике и в программировании, которое у меня 100% есть. А обучение и дальнейшее развитие в этом направлении идеальный вариант. И так далее. Па-па-па-па. Я работаю редактором субтитров на НТВ, но стою на месте. Очень хотелось двигаться дальше, развиваться, плюс увеличивать свою скромную зарплату. Надо уже выходить из зоны комфорта и двигаться вперед. Надеюсь, у меня все получится. Я тоже надеюсь, друзья, что у Оксаны все получится. И у вас в том числе. А, собственно... По поводу победителя. Им, собственно, и становится Оксана Голубкина за свою замечательную историю с редактором на НТВ. Если вдруг Оксана нас сейчас смотрит, я ее поздравляю. Она выигрывает обучение на бесплатное... Она выигрывает бесплатное обучение, уже заговариваюсь к вечеру, на Geekbrains, на профессии интернет-маркетолога. Истории надо было написать до 30 июля, но э, у нас-то с вами уже сегодня 31, поэтому, э, видимо, там новые сроки. Уточняйте все на консультации. Ссылка на консультации в описании к данному видео по этой же ссылке. То есть вы получите профессиональную консультацию специалиста. А там же информация о скидке, о программе. На этой консультации вы сможете и сроки узнать и скидку получить и задать все оставшиеся интересующие вас вопросы. Про лендинг впервые слышу. Друзья, ну я при всем желании к вам... Там были мои контакты в презентации, напишите в Телеграм, я постараюсь вам скинуть ссылку, либо напишите в поддержку Geekbrains, они вам предоставят ссылку на лендинг и на конкурс. К сожалению, проклятый YouTube не позволяет вам кидать ссылки в чатик. Запрещено. Артем Ильин. А, вопрос про удаленную работу. А, я его не пропустил, я его зачитывал вам, только что на него отвечал. А Какими-то специальными навыками на удаленной работе обладать не надо, кроме тех, что я уже перечислил в презентации. Помимо этого, вы должны быть хорошо самоорганизованы, то есть уметь встать с вашего пляжа и пойти поработать немножко из другого часового пояса. Если вы собственник и хочется разобраться со стороны специалиста, какую часть диджитала отдать на аутсорс и какую взять на себя, ответы типа берите, что нравится, не принимаются а вы требовательный владислав Но если, тут не совсем как бы есть конкретный вопрос отдавать на аутсорс стоит ту часть во-первых если у вас а нет специалиста такого в штате во-вторых если вы понимаете что это вам обойдется дешевле и это не самая ваша ключевая роль. А здесь все уже зависит от бизнеса, бизнес-процессов, которые вы делаете, и вашего личного желания. Вы вообще готовы доверить э, людям свою какую-то задачу на аутсорс и умеете ли вы управлять такими людьми. Как раз все это разбирается подробно на курсе. То есть это вопросы серии быть или не быть. Решаете только вы, а разбираться надо в каждом конкретном бизнесе. Если бы вы мне сказали, что за бизнес и а какая конкретно задача перед вами стоит, я бы, может, ответил более конкретно. Что ж, друзья, на сегодняшний день, наверное, тогда все. Кажется, на все вопросы я ответил. Презентация у вас остается. Еще раз ее посмотрите, посмотрите, чему вы будете учиться. Через три дня приходите на консультацию, которая по ссылке вместе со скидкой. Записывайтесь на нее, задавайте вопросы. И надеюсь, что вы освоите новую профессию, будете зарабатывать достаточно денег, чтобы вам это нравилось, хватало на жизнь, на различные развлекухи. Надеюсь, вам понравилась моя история. Надеюсь, я на личном примере вам показал, что это вполне возможно за такой срок, как 6 месяцев, освоить новую профессию и достаточно успешно в ней развиваться. Друзья, спасибо вам большое. Я тогда с вами прощаюсь. Надеюсь, до новых встреч. Увидимся с вами. Пока-пока.